Москва, столица нашей Родины. Это огромный город. И, конечно, нелегко добраться из одного конца Москвы в другой. А помогает людям в этом метро. Вы всегда узнаете его по большой букве «М». Метро – самый удобный и быстрый вид транспорта. А находится оно глубоко под землей. Сейчас вы в этом убедитесь сами. Входим в метро. В автомат-контролер опускаем монету. Лестница-чудесница-эскалатор быстро бежит вниз. Есть такие залы, гранитные кварталы, подземные вокзалы, блестят как серебро, с просторными перронами, с высокими колоннами. Где такие залы? На метро. Ночью, когда вы спите, трудятся под землей люди, убирают станции, ремонтируют пути. Утром станции метро снова заполняются пассажирами. Вагоны в метро светлые, просторные. Быстро мчатся поезда от станции к станции по подземным улицам-туннелям. Им не мешают ни машины, ни пешеходы. Дорога свободна. Точно по расписанию ведут поезда машинисты. Иногда поезда выходят из туннеля и мчатся по наземному пути. А сейчас поезд снова под землей. Наконец мы приехали на нужную нам станцию. Поднимемся на эскалаторе вверх и выйдем на улицу. Вот какое удобное и красивое московское метро.